Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Рада вас приветствовать. Сегодня я к вам с полезным видео. Хочу вам рассказать о своей находке из магазина Fix Price. В отделе бытовой химии на полочках увидела вот такой вот жироудалитель. Мне показалось, что это новинка. Ну, по крайней мере, у себя в городе раньше этот спрей в продаже я не видела. Мастер эффект жироудалитель подходит для любых кухонных поверхностей. Я этот спрей уже потестировала, друзья, в полном восторге. Могу вам сказать, что работает он очень мощно. Вот буквально 5-10 минут и закаменело, жир начинает растворяться. Мгновенно подгорелую пищу с посуды удаляет. Кухонные фасады, фартуки, столешницы чистят за секунды. Очень мощное средство и недорогое. В этом бутыльке 750 миллилитров, значит, хороший распылитель. Бренд Greenfield. Значит, показываю, что сегодня буду чистить. Вот такой вот ковшик. Значит, посуда внутри чистая, а снаружи и закаменелый жир, и липкий жир, и черный – это уже нагар. Затем вот такая вот сковородочка. Тоже, смотрите, желтые ручки, дно. Спрей очень мощный, друзья, сразу говорю, работать буду в перчатках. И взяла еще вот такой вот скребок жесткий, для того, чтобы быстренько все очистить. Наношу спрей. Оставляю на 10 минут. Что касается запаха, у этого жироудалителя запах есть, потому что средство высокощелочное. Но запах не такой резкий и удушливый, как у шуманита, азелита, уникум голд. То есть запах присутствует, он с какой-то парфюмерной отдушкой, поэтому работать вполне комфортно. Не задыхаешься. Что делаю дальше? Дальше беру скребок и показываю вам, как средство все размягчило. Все, друзья, абсолютно без соды, без пемолюкса, без каких-либо усилий получила вот такой вот результат. Чищу дальше. Эта кастрюля тоже абсолютно чистая. Убираю в сторону и чищу третью. Она уже немножечко подсохла, поэтому чуть-чуть на ручке добавлю спрея. И тоже скребком приступаю. Все, вот средство опять размягчило, и видно, что чистка пошла вперед. Как только пересыхает, все эти загрязнения тут же каменеют. Дальше беру таз с водой и кислоту. Если это уксус 9-6%, то вода может быть теплой. Если это лимонная кислота, то воду нужно взять погорячее. Я сегодня добавлю уксус, но чаще всего добавляю лимонную кислоту. Где-то, наверное, полстаканчика. Для того, чтобы обработать посуду от щелочи, и для того, что если в каких-то местах у меня металл немного потемнел, чтобы он вновь заблестел, чтобы вся чернота прошла, беру губку и ополаскиваю хорошо посуду. Посуда будет блестеть, на ней ни капельки бытовой химии не останется. Все будет чистое и аккуратное. И последняя кастрюлька.
Итак, друзья, смотрим. Абсолютно чистое дно. Нет жирной липкой пленки, нет нагара, нет пригара. Все абсолютно чистое. И это средство не антинагар, это антижир. Поэтому он мне понравился. Очень мощно работает. По идее, должен расщеплять только жир, но он удаляет еще тонкую такую пленочку нагар. То есть всю черноту с кастрюльки удалила. Следующая кастрюлька тоже, смотрите, блестящая, идеально чистая. Смотрите, вообще блестящий, чистый ковшичек. До чистки здесь все было черное. Сейчас вот такое вот чистое, аккуратное. Мне, друзья, очень понравился этот жироудалитель. Если увидите в магазине Fix Price, либо в любом другом супермаркете, не проходите мимо, возьмите. Средства много, оно недорогое и очень хорошо расщепляет жир, хорошо его удаляет. И очень хочу вам показать, как этот жироудалитель хорошо чистит кухонные поверхности. Затем одеваю перчатки, беру губку и без усилий все чищу. Все загрязнения, вот смотрите, весь пригар поднялся шапкой, чистится даже пальцем. Обычно я это делала, друзья, скребком, но все время боялась, что эту стеклокерамику я буду царапать. Здесь ничего царапать не приходится. Вот я слегка надавливаю губкой. Вот, смотрите. Это все пригар. Смотрите, друзья, сколько грязи. Не используя никаких скребков, никакого абразива, просто жироудалитель. Все. На этом буду заканчивать свое видео. Еще одну новинку бытовой химии я протестировала. Надеюсь, что вы с пользой провели со мной время. Этот жироудалитель очень часто вижу в продаже. Я вам уже сказала, что я купила в магазине Fix Price, но есть в других масс-маркетах, есть на маркетплейсах, на Озон, на Валберес. Поэтому, если увидите в продаже, не проходите мимо. Купите, потестируйте. Средство недорогое, его очень много. Огромное спасибо вам за просмотр, друзья. Всем пока!